В администрации Гагарского района состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы соблюдения физическими лицами правил морского движения. В первую очередь они должны быть все зарегистрированы. Вот. Если моторное маломерное судно, значит, должен иметь права на управление этим моторным маломерным судном. Должны быть они стоять на учете у пограничников Российской Федерации. Значит, при выходе в море они должны брать не то чтобы разрешение, а оповещать пограничников, значит, да, о том, что они выходят, значит, там столько-то, столько-то человек, значит, там, и так далее, и так далее. Значит, все вопросы, которые там возникают с пограничной стороны, должны быть зафиксированы, значит, у пограничников. Для чего? Для того, чтобы они знали обстановку в данный момент, на текущее время, значит, да, на своем участке пограничники. Ну, это и в целях еще и безопасности. Мало ли, судно вышло, а потом не зашло. Почему не зашло? Значит, начнут его искать. А если он не отзвонился, ничего, да его просто искать никто не будет. Вот и все.